Всем привет, дорогие друзья! Я думаю, каждый хоть раз в жизни удивлялся, увидев какой-нибудь крутой фокус. В сегодняшнем видео я покажу 10 простых фокусов и трюков, которые сможет повторить каждый и удивить своих друзей и близких. Кстати, давай проверим один фокус прямо сейчас. Нажми на кнопку лайка, и если она станет синей, то ты прирожденный фокусник. Ну а мы начинаем. Ну и начнем мы с фокуса с канцелярскими резинками. Секрет фокуса заключается в том, что к одной из резинок необходимо прикрепить часть скрепки или, например, скобы от степлера. А вот фокус с телефоном. Если в вашей голове всего один вопрос: как такое возможно? То сейчас вы еще больше будете удивлены, узнав, что этот фокус очень простой. Нужно взять резинку и отрезать от нее небольшую часть. Далее приклеиваем ее к телефону при помощи скотча или термоклея. При демонстрации фокуса необходимо незаметно продеть палец в резинку и удивлять друзей. С телефоном можно не только показывать фокусы, но и зарабатывать на нем. Для этого переходим по ссылке в описании, проходим простую регистрацию и устанавливаем приложение на телефон или компьютер, а лучше на все сразу. Если вы хотите зарабатывать с компьютера, просто оставьте работать приложение в фоновом режиме. Вам будет показываться реклама, за просмотр которой вы будете получать деньги. Если же хотите зарабатывать с телефона, то нужно нажимать на данное оповещение, смотреть рекламу и также получать деньги. Кстати, при регистрации вы сможете получить бонус в виде $5. Если хотите зарабатывать больше, то просто приглашайте своих друзей по реферальной ссылке. Заставь свой телефон работать на себя, ссылка в описании. Для демонстрации этого фокуса нам понадобятся две одинаковые монеты. Мы кладем одну монету под крышку и затем крышку с монетой кладем на ладонь. Далее накрываем это все кружкой и затем вторую монету необходимо будет просто спрятать в руке. Для демонстрации этого фокуса нам понадобятся две карты. От одной карты мы отрезаем половину и приклеиваем ее к другой карте. После этого при демонстрации фокуса нужно просто надеть карту на купюру. Если ты проснулся с утра и не можешь найти второй носок, то все просто. Достаточно сделать вот такое движение, и носок появится в руке. Эх, жалко, что это всего лишь фокус. Для него нам понадобится резинка. В нее мы продеваем носок, а затем резинку надеваем на средний палец. Далее вот таким образом фиксируем носок в руке. После того, как все готово, идем удивлять друзей. Правда, не удивляйтесь, если у них будет вот такая реакция. Ты что, дурак? Для демонстрации этого фокуса нам понадобится карандаш и маркер. При помощи маркера ставим на карандаше две точки на разных гранях и на расстоянии друг от друга. При демонстрации фокуса при тряске нужно просто провернуть карандаш. Ну а при помощи этого фокуса можно удивить младшего брата или сестру. Я думаю, многие догадались, что монетка находилась между пальцев. Но этот фокус довольно старый, и возможно вы его уже знаете. У меня есть обычный карандаш, но если я его начну вот так трясти, то он будет гнуться. Как такового секрета в этом фокусе нет, мы просто берем карандаш, трясем его, и будет создаваться иллюзия, будто карандаш гнется.
Для данного фокуса нам понадобится две резинки и ловкость рук. Одну резинку мы прячем в руке. Теперь растягиваем вторую резинку, отпускаем ее и показываем резинку, которую спрятали. У меня есть две кружки, в одной из которых вода. Я переливаю воду из одной в другую. Затем переливаю воду обратно, но вместо воды в кружке оказывается лед. Секрет данного фокуса заключается в том, что в одной кружке у нас обычная вода, а во второй губка и лед. Губка впитывает воду, и в другую кружку мы высыпаем только лед. Ну а на этом сегодня все. Не забудь там лайк влепить и на колокольчик нажать. А еще посмотри мои предыдущие видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.